Это Остерлик, более-менее большое пуэбло такое, или как поселок по-нашему, не знаю. Ну, красиво, правда, жалко, что опять пасмурно стало. Сейчас мы вверх забираемся посмотреть на настоящий средневековый, не знаю, как назвать, башню или крепость. Escúchame, esto lo vemos, lo veíamos antes cuando íbamos a la excursión y que teníamos que pasar por Arbucia, sí. Antes de que haya la autovía. Sí. ¿Te acuerdas que en el valle, no sé qué las guías les explicaban una cosa, había un santuario o Había algo aquí. Tiene que ser eso. Какой здесь воздух свежий, такой, ну не знаю, такой приятный. Меня немножко в машине укачало. Лёша по серпантинам там крутит. Так сейчас так дышу здесь, и так полегчается. Я мечтаю тоже поплавать на круизном корабле, но мне кажется, что у меня ничего не получится, потому что у меня вестибулярный аппарат очень плохой. Я вообще не переношу никакие качели. И вот так жалко. Вот чуть-чуть вот Лёша повозил в гору, мы ехали по серпантину, и все, капец. Вот такая крепость. Самая настоящая средневековая крепость. Вот тут такой ров. Обычно здесь вода была раньше. И вот такая крепость, и она так под углом сделана, чтобы на нее невозможно было забраться. Вот так. Ну, я, конечно, не специалист в строительстве крепостей. Не знаю, зачем она так сделана криво. Но то, что здесь раньше была вода, вообще очень много, в Испании очень много вот мест, где раньше были реки. Вот их сейчас нет. С чем это связано, не знаю. Может, с огромным потреблением воды. Я думаю, что просто эти фабрики, все заводы, все, наверное, всю эту воду истратили, что ли. И она как бы не возобновляется. Просто у нас в России огромные реки, и у нас, может, это так незаметно. А здесь вот то, что раньше было вот руслом каким-то, я не знаю, речкой, все заросло травкой. Но это я так думаю, я так думаю. ¿Por qué está cerrado aquí? Mira, está cerrado. Puede ser que solo el verano, no lo sé. Solo el verano está abierto. ¿Qué escriba ahí? Casa Rafael, Muñoz. Yes, país. 1714. Durante la guerra de sucesión, Asterix se encontraba en una de las fortalezas del importante del ejército de Carlos III. A lo largo del tiempo, la planta estuvo guarnecida por diversas formaciones. En el 17 веке construyeron esta fortaleza. Firmaron convenios del Hospitalet el 22 de junio de 1713. Borbónico. Se convirtió en una plaza aliada entregada a Felipe V. Su guarnición embarcó en Blanes cuando abandonó Cataluña. Так вкратце сказать, война была за корону. Тут война. Ну, как всегда. Либо за политику, либо за деньги, либо за корону, за престол. Война была. Да, пойдем дальше. Ди сейчас пошутил, что
открывается такой красивый вид на Меркадонну. Самое красивое здание Меркадонны. Ну, там дальше железная дорога. Железная дорога, Меркадонна. И красота, горы. Вот на самом деле вот это легкие планеты. Видите, сколько зелени, сколько оно выделяет кислорода. И на самом деле очень-очень чистый воздух. И сразу у меня тошнота прошла, и себя так сразу стало я хорошо чувствовать. Но это нас сюда позвал гид, сказал, что здесь очень красивые обзорные площадки. Очень красиво на самом деле. И вон тоже люди делают селфи. Красиво. Вообще самое, конечно, красивое на свете это природа. Ничего красивее человек так и не смог создать, чем природа. То, что строит человек, разрушается. А природа, она постоянно разрушается, сама тут же восстанавливается. О, антенна. Вон как они тут хитро. Лёша, это антенна интернета, да? Вот сверху. Вон вверху. Я думаю, что это интернет. Видишь, какие хитрые. Нашли место, куда антенну всунуть. Эти каталанцы продуманные все. Я думаю, что это интернет. А может, телевизионная антенна. А может, и все вместе. Мы на самую верхушку приехали горы. Ну, потому что крепости все всегда были на самой верхушке. Сидим. Вообще красиво, конечно. И впечатляет, что вот это вот столько лет, 300 лет этим сооружением. Ну, конечно, с Египтом не сравнить, где там 7 тысяч лет. Ну, ладно, тут всего лишь 300 лет. И на арбузе, если вы, я не арбуза не буду. Тоже камни вот так друг на дружку и цементом видно. Скреплены. А вот белым зачем так замазаны, не знаю. Здесь, конечно, не сильно высокая гора, но все равно интересно. Даже этому Гию понравилось из Кубзи. Угу. Гий доволен? Угу. Смотрите, вода тут на замок закрыта. Лёша, слышишь? Такой колодец, мама. А кстати, там есть вода. Он там отражается. В общем, это колодец у них. Решили спускаться здесь. Конечно, не знаем, где мы выйдем, но решили тут пройти. Боже, так красиво. Как бы еще не упас. Тут такие лесенки, потому что вон какие. Поэтому потихонечку иду. Жалко, что не наработает.
она бы тут тоже так бы прыгала, бы радовалась. Она так всегда эмоциональная, так радуется. Потому что все дома одна сидит. Sabeskie sto pensando. Gi sto pensando che pobre Nina. Perché? Perché non può bere. Ah, si sta perdendo eso. Sì, sta perdendo perché ella quando sta viajando con nosotros sta mucho emocionando y mucho eso. Y un poco molesto de Alexei esto. Porque él habla mucho y alto. Sí. И Эля мой рапида. Но Эля. А Эля еще. А я еще. Sí, Эля мой рапида. И корри рапида. Pero vienes en un sitio así, no puedes ir rápido. Hay que... Disfrutarlo. Creo yo, no sé. Más bien, estamos pensando con Guy, como a ti te gustan tanto los animales. Lo que pasa es que hay una... Yo he estado una vez con mi padre ahí. Querés coger un coche e ir los cuatro a ver la reserva africana de Сиджан. Леша сказал, что раз так мне нравятся животные, то он знает где-то место, но там, где они живут на свободе. Типа сафари, но я не знаю. Кстати, здесь тоже такой запах медовый, значит где-то рядом цветет мимоза. Потому что... Ой, прямо сейчас пахнуло так, цветочный запах. Вообще, конечно, воздух. Чистейший вообще. Вот это антенна тут стоит. Это cosa para disparar, ¿sabes? Inmenso, ¿eh? Sí, para disparar. Esto sí, porque esto tenía que venir así, igual. Uh-huh. Pero aquí era un sitio así de... Uh-huh. Y creo que este espacio para animales, ¿sí? Antes. Sí, para caballos. Думаю, что здесь раньше кони стояли. Похоже. А сейчас там туалет. Как всегда. Если вы думаете, что в Испании не ссут по углам, точно так же. Либо пало ссут. Какая уж натура у человека. Ничего не уважает. Документалки. Он видел документал. Como viajamos por España. Usted, ¿por dónde sale? ¿Cómo bajamos de aquí? No sé. ¿Y este qué es esto? Torre del reloj. ¿Ves? Torre del reloj. Значит, это часовая башня. Там должны быть часы. Ку-ку! Tiene que ser un cucú. ¿Y dónde está el reloj? Supongo que era ese agujero, pero ya no hay reloj. Ahí. Tiene que estar ahí un reloj, pero no hay nada. Salía el cucu. Cucu, cucu. No, нету никаких часов. Все украли. Todo está robado. Bajamos aquí. Aquí. Y a ver qué podemos... А красным зачем намазано? А нет, хорошая лесенка, зря тут, я тут испугалась. Тут muy buena escalera hay. Sí. A ver, aquí. А? Все пошли туда, и мы тоже туда. Что там за такое подземелье? Что за подземелье там? Vamos que tenemos que mirar todo. Что ж, пришли, надо все посмотреть. Вот тут вода точно, вот когда такие камни, тут значит
Когда с гор течет вода, тут речка, значит, идет. Фу. Эстуэли, океа Ригли. Ох, там красиво, там есть это Дзот. Дзот, да, Дзот называется, откуда стреляли, Дзот. Ладно. И это вот тоже такие специальные штуки, Дзоты. Откуда? Откуда взялась стрельба? А там внизу поля, поля, деревья. Паркету рез. Донде ста неливиго? Донде ста ке? Энемиго. Энемиго, а си, про кен диспарар, кен матар. Побре Алиманос, оке. О, побре Францизе. Боже. О, Алиманос. Creo que franceses, ¿no? Sí, los franceses no han venido mucho aquí, pero okay. No los querían aquí. Franceses no quería franceses. Ya no van a los franceses. ¡Qué horror! ¿Eh? Eso sí que se llama una escalera. ¿Qué te pasa? Ah, oh, sí, una escalera. Так, я выключу камеру, потому что я... Ой, СМС, он бьен Путин. Такая зарядка у нас сегодня хорошая. А вон часы-то бьют. Вот часы, а вы говорите, что их утащили. Ой. Ой, Воландо. Капец, у вас по ваху? Пипец. Мы как воины сейчас, как воины будем потихонечку спускаться. Руки. Я вengo, я вengo. А. Он сказал, что он не боится высоты. Он как горный козел сейчас, как начнет прыгать по камням. Cabras. Cabra? Sí. Puede ser, no cabra, o cabrón. Cabrón. ¿Por qué cabra? Cabra es femenina. Eres cabrón. Tienes razón, ¿por qué te llamas cabra? Tú eres un cabrón, no una cabra. Тоже смеется тут каброн, но это козел точно так же, как у нас по-русски. Он сказал, что я как козочка буду спускаться, а мы сказали, ты же не женщина, ты будешь как козел спускаться. Вот. Так мы повеселились. А вон точно мимоза. А мимоза, sí, claro. Huele de mimosa. Como... ¿Te gusta cómo huele? Sí, sí, huele muy bien. Pero la mimosa es una porquería porque mancha mucho. Ну, тун... Pero si no, muy guapo, ¿eh? ¿Cómo es posible decir de árbol tan precioso que mancho mucho? Que tiene... Pues pregunta a Alexei. Ah, Alexei no interesa flores. Cuando vas a Pujol y que florece la mimosa y aparcas el coche abajo, luego cuando viene el coche está guapo. Ah, todo amarillo. ¿A que sí? La mimosa, pero más asqueroso. Huele fenomenal. В общем, Гей говорит, что что мимоза, конечно, очень хорошо пахнет, но с нее сыплятся эти желтые цветки или, не знаю, пыльца. И они когда ставят, ну, там, в общем, на Пужоле, много очень этой мимозы, они когда ставят свои машины, вечером приезжают их забирать, то у них слов не хватает плохих. Потому что... Что? Бая! Но ментироса говорит, тут нету, говорит, тут тупик, сейчас пойдем, говорит, обратно. Вот.
Так что не нравится водителям, потому что приходится ставить под мимозу свои машины, а потом все машины в этой липкой желтой пудре. Даже смешно. Красиво. И каталанский флаг. Так, теперь мы не знаем, где у нас паркинг. Куда ты вышла, я не знаю, куда.